Вот так вот мы выходим из номера обычно. Да. Мы просто ходим. Алексей Алексеевич. Заказал свою любимую кофе. Свою порцию. Алексей, двойной эспрессо и двойной эспрессо. Наш кофе. Я все снимаю. Иногда длинные руки очень помогают. И в жизни не только в боях. Вы все готовы? Тут главный тренер American Top Team. Hi. How you doing? Good. Everything's good? When you fight? Today? I just got it right now. You feeling good? Not bad. I'll stop. You're looking good. Предварительное взвешивание, чтобы боец не весил, не скинул за неделю до боя больше положенного веса. Сколько там? Дрищ. Одна из небольших радостей тяжеловесов или больших. Не нужно гонять вес. Нечего ходить грустно и уныло. Мне вообще нужно поддерживать, любить, холить, леять. I mean, you can bring your hands in a little bit. Yeah, and then bring it in. Yeah, right there. Подпись плакатов. Плакатов очень много. Каждому бойцу выдается на бой 3 штуки. Одна с подписью всех бойцов и 2 простых плаката просто без подписи. Чтобы бойцы не умерли с голода, те, кто гоняют вес, приходят, кушают. Ничего не работает. Дайте мне пообщаться с подписчиками. Вот как-то это... Мы в синем углу будем. Это святая святых бойцов. Единственное, долги они дошлифовывают, дорабатывают. То, что мы научились, и то, что мы приготовили на бой. Здесь уже ты не учишься новому ничему, ты только делаешь только то, что будешь делать в бою. Поэтому сюда мы не пускаем практически никого во время тренировок. Релакснуть. А то я отдыхаю. Алексею, самому надо бить справа.